благословен Бог нас, и да ныне пресно и во веки веков. Мир Господу помолимся. Посвящим мир и спасение душ наших, Господу помолимся. Помилися мира на расстоянии, если не будет церкви и соединения всех, Господу помолимся. Посвятим храм и все веры, благовение и страху, выходящий год, Господу помолимся. Обохрани мир в стране нашей, власти и воинстве я, Господу помолимся. О, рабе Божий, Василий, рыбы Божий, светлый, не брушающийся друг к другу, и о спасении, Господу помолимся, Господу помолимся. О, единство славный, уме совершенный, мирный, и помощи, Господу помолимся. И сохраните сие, единомышленные в твоей вере, Господу помолимся. Иже благословите сеем в непорочном жительстве, Господу помолимся. Как Господь Бог наш дар и брат честь, и ложение скверное, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Помолимся, Господи, Мария, со всеми, святые, вернувшись на весь и друг друга живут нас, Христу Богу предадим. И яко подобает тебе всякая слава, жизнь, поклонение, у Твоей силы, Святого Духа, ныне пресно, и во веки веков. Господу помолимся. Боже, вот мы стоящие в собрании и соединении, и союзными получили и разрешили, и благословили сакры веку, и наследник меня твои бытования показали сам благословен, рабы твои все, Василий и Светлану. Навсегда и сын его благо, как мило все, что вы боги, сеть вы славу ссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно, и во веки веков. Лови наша, Господи, и преклони. Тебе потупает всякое славшее поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно, и во веки веков. Обручається раб Божий, Василій, раби Божий, Світлани, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається раб Божий, Василій, раби Божий, Світлани, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається раб Божий, Василій, раби Божий, Світлани, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Цілуємо. На які допали з вам слово? На цей час? Ні. Хорошо, ви скажете. Це не один твоє. Правильно, правильно. А ви кому обручаєтеся? Кому ви обручаєтеся? Світлані? Світлані. Та от, її обручається, лежить. Отак. Обручається раба Божа Світлана, рабу Божому Василі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається раба Божа Світлана, раба Божому Василі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обручається раба Божа Світлана, раба Божому Василі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цілуємо. Отак будемо вже. Все правильно? Надівайтеся. Жін, дружину, там аккуратно, щоб. Так, а ви так, от так. Знімати? Надівай. А. Знімати все.
Господу помолимся. Господи Боже, на утро подрака наше слышу в дры. До речи я посыновись, Господи, не жизнь закружен, хвата без улучшения вручения. Привет, подкрепи собосы вручением, работы их сикам, Василиям и Светлану, и утверди ежедневно. Благодарны словно твердишь, жить и песни в нему, соединение ты будешь. Начало создалось мужеских и женских, и от тебе сочетовались жену, муж жену. Помни, помоприятие, родившего века самого Господи Божия, послави истинным, наследие Твое, обетование Твое, обет Твое, сына, жену, жену, бирали, зрану, поеду, призываю. На раба Твою, Василия, на рабу Твою, Светлану, приди в решении веры, единомыслие истинного Твои, Яков Его поставляется частями, восставляется и сын, и Святому Духу не присно, и во веки веков. Помилуй нас, Боже, пролицей милости Твоей, молитесь, услыши, помилуй.
ситуацію, ми посадили. Так само, Світлана, вибрали собі особистого чоловіка. Завтра, який буде вас оберігати, захищати в вашому житті. Та людина, яка ніколи не повинна не покластись, і буде вам супутник, защитник і помічник. І той, який вас веде, поважати буде все своє. Так. Поважати і любити. І ви, товариш, загибли. Щоб сім'я ваша була здорова, крепка та щаслива. Хай Бог вам цьому допоможе, а ми побожимо, переходимо до таїнства. Яке проходило з наших мужей, зараз таємство Вінчана. Благословенно царство Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки веков. Мир Господу помолимся. Слышим мир и спасение душ наших, Господу помолимся. Помилимся мир в постоянии, святой Божьей Церкви, соединение всех, Господу помолимся. Освятим храмы, святой веры, баровине, страху, молим, понявший год, Господу помолимся. О, мы Божьи, Василий, Эмили, Светлан, ныне сочета, бающийся друг другу брак и общение, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй! О, неже благословитесь, брак, посему я поканили вести, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, еже податки, несомно мудрее, уклонившись на пользу, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, еже возвеселитесь, не видение, сынов и щери, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, нездоровать им молчание, восприятие, видеть за злому пребыванию, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, нездоровать им жизнь на все едет к Господу прощению, Господу помолимся. Господи, помилуй! О, избавить и сыним жена от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую и Пречистую, Преблагословенную, славную Матерь нашего Родицу, Преснодев Марию, со всеми святых помянувшим, сами себе и друг друг живот наш, Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь в уклонении Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Господу помолимся. Боже, пречистый се тварь и свидетелю, ребро праца, Адамову Твоей человеку, любишь жену, преобразив ей, Господи, я и реки. Раститься се множить, обладайте землей, я приезжай единей, показаю соображение, Всего ради услышала отца своей матери, лепиться в жене своей, были два под едину. И же Бог, сопрожи человек, да разрушает, и же раба твоя рама благословив им, развежи сложный сар на киос. Может, по языку затворив, и же и сахар век подаровав им, и же сто, и же благословив им, и же Иакова, Рахиль, сочетав им, из него 12 ворота показал Ежи Иосифы, и сидел из приводы в творении, Ефрема носили дрова, Ежи Захар, Елисове, приеми, и притешу нуждение, Ежи показал Ежи опорни, сейно плоти из гостиви, преснодевенные уплотившиеся и родившиеся во спасение рода человеческого, Еже на незрешение твой дар, и мною власть и решение в камере действий, там можно брак благослови. Да и весь яко ты воля есть законный супружество и зне, что дурение со владыку пресвяти прими. Моление нас, работ твой, яко там, и без решения невидимым, ты предстательством
Лослый брак сей подашь рабам твоим сим, Василию и Светлане живот мирен. Лодействие своему мудрее друг по другу любовь, свою земли рассеяния, положите стои чадо владать и невлетаемый. Слав венец, сподобия видите чадо чаду ложным ветру соблюди, и дожди им от росы, если слышал только земного, исполни думы пшеницы виноелеем, и всяко власти не добры, подают и требуют за купный суд. Ними сей же Господи прощения, якого милости шли, и человек любви и сетьми спорасылаем, соразначали Твоим Отцем и пресвятыми благими, жотворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Благословение Сего Своего Божия, неже, Твоя, Твоя, честный брат, Твоя, Твоя, нет лени за куплу, ветерю. Или если заплатит лени и хранители жизни, строители сами ныне владыков, начал создать человека и положить его. Яко царя товари, реки, не дорубит человека, иди на земли. Сотвори помощника, из земли единого рену, ее создаю жену, не живи дело одно лече. Синик возут костями, плывет плоти моя. Все лечится жена, яко мужа своем, заповедь сия, все ради услышала отца своей матери. И прилепится жениту, свои будут во плодедину, и же попцу пришли к нам отлучает, сами ныне воды Господи Боже нам. И спасти благодать Твою небесную, на раби Твоя сия, Василию и Светлану. И дашь рабе сей во всем поминатися мужу, и рабу Твоему всем убить его главу жены. Я когда живет по воле Твоей, благослови, Господи Боже наш, яко же благослови сын Авраама, яко же благослови сын Иосиф и сынету, благослови, Господи Боже, на яко же благослови сын Моисей и сын Фуру, благослови, Господи Боже, на яко же благослови сын Иаким и Иоанна, благослови, Господи Боже наш, яко же благослови Захар и Елисавет, сохрани, Господи Боже наш, яко же сохрани сыновью ту честь, сохрани, Господи Боже наш, яко же сохрани сию и полного человека и той, сохрани, Господи Боже, яко сохрани сестры три отроки, полудня не спасла и росу с небесе, и да придет на радость полная ежик и марш, и даже на Елена и да, попрете честный крест, у него, Господи Боже, на яко же помнила сию, не носа, сына Илии, помни, Господи Боже, не яко выполнилось и свитри. Твоя 40 мученики не спасаю им с небесе венецы. И Господи Боже наш, ижние воспитавшие родители за ним, и молитвы родителей утверждаются в основании домов. И Господи Боже наш, раби Твоя, уместившийся и шедшийся в радость свою, Господи Боже наш, раба Твоего Василия и рабу Твою Светлану и благослови вас. Дашь им по чрево доброчади единомыслий душ и телес, возвеселения, как и проливанские, как и воздух благоугодно, дары несения клясом, да всякий злому довольству и мущи, изобильно всякие блага и тем благодно, и да узрится сыны сынов с Яковлевса, саду нас несет крест трапезы и благородивши пред тобою, восияй, яко святым на весь эти Господу наш, с тобой же слава держава тебе по небу начальным твоим отцу, животворящему твоему духу ныне присно и во веки веков. Господу помолимся, Боже святый создави, от песни человека и от ребра его создави жену, и спрей помощника по нему, заяжи так угодно убитый твоему величеству, ни един убитый человеку на земле, сам и ныне владыко, не спаси руку твою, святой, по святой жилище твоего, сочетай раба твоя сего, Василий, и рабу твою сию, Светлану. За нее тебе сочетовавшись, муж, жену, приятель. Сон, разве я же единомудрие венчая,
Господь, єдину дар їм про члена благочадіння восприятия, яко Твоє держава Твоє, царство і сила слава Отца і Сина і Святого Духа, нині присно і во віки веков. Венчається раб Божий Василій, раб Божий Світлани, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Венчається раб Божий Василій, раб Божий Світлани, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Венчається раба Божа Світлана, рабу Божому Василію, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Венчається раба Божа Світлана, рабу Божому Василію, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Венчається раба Божа Світлана, рабу Божому Василію, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, славу і честь венчай я. Господи Боже наш, славу і честь венчай я. Його.
все, что лишился в мышлении нашего Отца. Еще молимся, умиленные милости, жизнями и здравыми, спасения, и прощения, оставления реку рабов Божьих, а Василия и Светланы. Яко милостивый человек, ровес Бог, если ты без слабо воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Господу помолимся. Господи Бога, Господи, Спасителе Твоей смотрение, сподобись он нелевейским честным брат, показай брак Твоим, крещенствием сам ныне, Раби Твоя Василий, Светлана, и жена злобиной си, сочетая же Богу в мире, единомисленство, храни честный брат, покажи, еле не ложь, соблюдение, брошенье, служительство, прибегай, благослови, сподоби, старость не воспитывай, достигнув за сердце делающим, забытвитны, Боже Божий милый, ты будешь армия распослужна, ты слава ссылая, среди нашими твоим отцем, все ты святим Богим, творящим твоим духом ныне, и присно, и во веки веков. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твою благодатью. Вчера ты на меня безгрешно понаброси. Ануло мира наставника, хранитель души, ты знаешь, и Господа проси. Прощение, оставление, любовь, предрешение наших, Господа проси. Добрый, будущим нашим, миром мира, Господа проси. Врачи, вылетая мир, путание, смешать, Господа проси. Тебе небесного Отца и Владимир. Яко бы я царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне присно и во веки веков. Тебе чашу ловшуюся и подавами, сочетовавшийся ко общению брака, благослови, благословением духовным, яко благословится Твое имя, и простается Твое царство Отца и Сына, и Святого Духа ныне присно, и во веки веков. Зараз я даю вам цей общий чаші, це благословене вино. Для того, щоб ви випили, як любов, як роз'єднання вашого життя, ваших думок, ваших сердець. А все для того, щоб ви як трижди буду давати, так що милиться, щоб на три годки хватило. А там скільки ви бутылочки будете?
серый человек. Ну, забайте, як би зустрілись, як би цей ручку подавали, як би здоровились з жінкою. Так. Ну, я вже навіть на коліна ставали, не? А я вже. Ага, то ви все хочете за... Що сповнюєте? Так? Казати перший раз. Треба перший раз зразу на коліна і... Так. Витяг за нами. Ісаїя Лігу. Возвеличися, жінніше Якоже Авраам, і благословися Якоже Ісаак, і множися Яко Яко, хотя й міри, і ділай правду, заповіді Божі. Заберете. І ти, невеста, возвеселися, якоже Сара, і возвеселися, якоже Ревека, і множи, якоже Рахиль, веселящі по своєму мужі, хранящі приділи закону, за так от благословив Бог. Господу помолимся, не скверні порошені вітності в житті, во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духу Твоему. Слави ваше, Господи, в преклоне. И Господи.
Отец, Сын и Святой Дух, все святые, единослужит Троицы, Троице, единое Божество и Царство, да благословит вас, и да подаст вам положительное вношение восприятия, веренное, спольнося, все слушание на земле, благим, да подобится вам, и бесшанных благ восприятия молитвами Святой Богородицы и всех святых. Господи Боже, наведи злослови истия, венцы вы молживи предали закону брак, сочетовавшись друг другу. Як от я отлаяю ним целомудрия за нечистни, пою животы тебе, у законоположенному браку сочетавшись сам, греши все венцы, сочетавшись друг другу, благослови, сочетание их не растерзан на соблюди, да благодать, приять вину, все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно, и во веки веков. То гласно достойно раби Твои, Господи, и Господь, совершивши в канонелесный брак, спрятавши яже гнезнамени, славите восцелаемцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, помоги наше, слава Тебе. Шановні свідки, сьогодні в нашому храмі ми просили, щоб Господь благословив прекрасну сім'ю, прекрасних українців, які сьогодні народжують сім'ю. Хоч, як я сказав, що ви вже спільно проживаєте, але сьогодні народиться сім'я Господа. Тобто Господь благословляє і укріпляє своєю десницею іще одну православну сім'ю, яка народилася. Тож, своєю довірою оправдайте. Оправдайте Господа, щоб я кажу, як ми знаємо статистику, розуміємо, що часто і густо роблять, я кажу, гучні ошибки, які, значить, потім страдають все своє життя, тому що благословення Господнє – це благословення. Як би не було, все одно, кажуть, Бога немає, я кажу, розлучення, це так. Яка благословляється, тому що на другий брак,
то є таке благословення Павіша Кирилі, але ми розуміємо, що Господь розлучення не дає, а Господь, яке благословення не змінюється. Людина отримала благословення, це не може тут, яка в суспільстві, яка в державі, яка порва, перекреслив, як кажуть, написав недійсний або і так далі, і тому подібне там. Немає. Ми це просто так ідеться на уступки, аби значить, зохранити мир і інше благословення заради сім'ї. Ну вам бажаю, щоб вам в житті ніколи кажуть, і думки не було, щоб ви кажуть Богу глибокої старості проживали в радості і радувалися життя. І радували окружаючих тих, яких ви любите, за яких ви раді кажуть жити і творити добрі діла. Тут бачу, як кажуть, хлопчик, який допомагав сьогодні. Ви його знаєте, так? Да. Це ваш син. Да. Ваш син, я не говорю, не питаюся. Кажу ваш син. Так. Тому що ви будете спитувати, ростити і давати йому життя, дітям, які а хто знає? Ну, Мася, воля Божа, де ви ще прийдете, от і будемо хрестити. Молилися, питалися, нехай Бог вас береже і допомагає. Даю вам, і ще багато у вас є документів і в архів, і це свідоцтво про вінчання, нехай воно буде, моя підпис, печать церковна, і ви тут. Тушіть свічки. Так, як тебе звати? Олександр. Іди сюди. Візьми свічки. Так. Весь не готуйся, може, ти школа мала. Семінарі. Все може бути. Дивіться. Це ваше благословення, ваша ікона, яку ви будете молитись. Так само тут ваше благословення. Благоденственное милуйте, здравый соседи, всегда благодарю воскрешение Божь Господи, рабам Божьим Василий и Светланы, ныне вручаешься, венчаешься в храме сера, и сохрани всех вас, а много я лета. Проживають і, як кажуть, і добра, а сила буде.